В Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России курсанты первого курса приняли присягу. В этом году состоялся 10-й юбилейный набор, который составляет 45 юношей и 5 девушек. Это гордость. Я считаю, что это гордость для моей семьи. Гордость для каждого первокурсника. Ну, потому что за них гордятся родители, стоят, улыбаются. Очень все переживали за каждого. Я посмотрела академию, мне очень понравилось. Тут много всяких спортивных занятий, самодеятельность есть. Вот девочки сегодня вальс танцевали, пели. Вот, я бы тоже хотела потом. Для курсантов первого курса приведение к присяге – это новый очень волнительный шаг в жизни. Присяга – священная клятва верности, служение народу, отечеству, нерушимый закон жизни сотрудника МЧС. Все почетные гости поздравили курсантов с новым этапом в жизни, поблагодарили их за выбор ответственной и мужественной профессии. Успешно прошедшие вступительные испытания сегодня стояли в строю, это 50 человек. То есть подготовка была очень напряженной, долгой. Но те ребята, которые сегодня принимали присягу, они достойно прошли эти вступительные испытания и будут учиться в качестве курсантов в нашем учебном заведении. Ну, конечно же, пожелать прежде всего здоровья, успехов в обучении. Самое главное, чтобы у них было стремление и желание учиться. А все условия в нашем учебном заведении созданы. Этот день особенный для ребят, избравших для себя данную профессию во благо спасения человеческих жизней. Сегодня очень трогательный день, ну и как бы для меня это очень знаменательно, потому что ребенок поступил, принял присягу, будет в третьем поколении представлять пожарную охрану, службу. Надеюсь, он будет занимать достойное место в этой службе. Вниманию гостей была представлена программа с творческими, танцевальными, песенными номерами и показательными выступлениями. В завершении мероприятия под звуковое сопровождение курсанты прошли торжественным маршем. Анна Дьякова, новости на Восьмом.